Всем привет, ребят! Вы на канале Ирина Са. И меня зовут Ира, и сегодня вы узнаете 10 фактов обо мне. Узнали меня лучше, рубрика называется. Если она вам понравится, я, возможно, сниму еще 10 фактов. Но это будет 10 фактов обо мне. А перед этим поставь лайк, так не забудь подписаться на канал. Там такая красная кнопочка есть внизу. Первый факт, что я обожаю ходить на кружок актерское мастерство. Там мы снимаем много фильмов и учим говорить правильную речь. У меня есть такой диплом. Я тут снималась по мотивам Толстого в одной из их произведений. Перевоплощал жизнь. Вот. И тогда не писать. Я обожаю ходить на такие вот съемки. И там мы разминаем, я научаюсь музыку. Музыку представляем, больше мне очень нравится. Второй факт, что я очень люблю лепить, шить, рисовать, вышивать, снимать. В общем, можно сказать, что я творческий человек. Все делаю своими руками. Третий факт, у меня есть птичка, ее зовут Тоша. И вот, это мальчик. И если хотите конкретный обзор на этого попугайчика, то давайте наберем 8 лайков. Для обзора. И тогда я сниму. Я очень люблю вообще птичек, попугайчиков, животных очень люблю. Они очень милые. Четвертый факт. Я очень люблю шоколадки, торты, конфетки, ватрушки, булочки. Я очень люблю. Обожаю сладенькое. Обожаю Новый год. Вот. Очень люблю праздники разные. Ну, все, их все дети любят. Мне очень не знаю, что хочет. Пятый факт. Я родилась весной 2007 года. Вот. Мне очень нравится эта пара года, так как она теплая и потенциальная. Я родилась на 15 мая. 15 мая в 10:35. Я буду снимать ролик 15 мая в 10:35. Возможно, сторис, прямой эфир. Поэтому обязательно подпишись на мой инстаграм. Он называется Ирина Попак. Шестой факт. Я очень люблю путешествовать. Я ездила очень много куда. Я ездила в Италию. Скоро пойду на Сардинию. Я там буду снимать видео. Я очень много куда ездила. И я 5 раз ездила где-то в Италию. В Грецию. В Хорватию. В Черногорию. В общем, очень много куда. Седьмой факт. Я обожаю слаймы. У меня... Я просто обожаю слаймы. Скоро на моем канале будет видео, как я делаю слайм самодельный. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал. Я просто страстно люблю слаймы. Делать я их тоже умею. Правда, я особо в магазине не веду такой слайм. Ну, кто очень любит слаймы. Восьмой факт. Я очень люблю блокнотики. Или что-то в этом роде. Например, у меня есть ежедневник такой вот. Я в нем веду свою жизнь. То есть, знаешь, какой, как я день провела. У меня есть пойдётся. Выкупила фиксации. А есть к цене. Какой? 90 рублей. Кстати, стоил он недорого. Мне он очень нравится. А потом я иногда делаю блокнотики своими руками. Вот это я сделала сама себе дневник. Полностью сама. На мастер-классах. То есть я говорила, что я очень творческий человек. Делаю сейчас своими руками даже блокноты иногда. На меня что нападает. Рисовать что-то, блокноты делать. Вот. И все. Я делала тоже сама. Даже вот это вот сделала. И даже сам блокнот сшила. Вот. Тут как бы все мое и шью, тут я рисовала. Вот. Заметки. Тут я заметки. И некоторые заметки, чтобы не забыть что-нибудь. Ну, или что-то такое. Или секреты какие-нибудь иногда. Вот. Девятый факт. Я обожаю шопинг. Я просто обожаю шопинг. Это так круто. Сумочки, одежда, блокнотики. Хотя блокнотики не покупаю. Юбки, комбинезончики, платьица. В общем, очень люблю шопинца. Покупаю новые вещи. Очень часто спе. То есть у меня вещь забит там вещами. Очень обожаю вот это все делать. Прям очень. Это очень круто. И мне очень это нравится.
Шопкин съездил в другие страны, там Шопкин, возможно, когда я вырасту, буду как-то связана, у меня актриса будет, и я буду как-то очень так, возможно, мне будет хобби какая-то модель, типа, ну, потому что я ходила на Kids Podium, была награда, я даже ходила на вот, вот, на танцы, вот это была у нас учительница Чуркина. Очень, прям очень люблю. А 10-й факт, это то, что я обожаю коллекционировать домики кукольные. Я их коллекционирую, то есть собираю древние какие-то дома. Кстати, ссылка будет в описании на дом 19 века. Ну, это мой дом. Вот он, кстати. В нем 3 этажа, ну, в общем, можете узнать о нем подробно, перейдя по ссылке в описании. И о нем узнать, вот. Я очень люблю коллекционировать. Если я взялась за это, то я буду коллекционировать. Я такой человек взятный. Вот. Ну, если вам понравилось это видео, то обязательно поставь лайк и не забудь подписаться на канал, если хочешь еще факты о моей коже там, что-то такое, знаете. И всем пока! Пока-пока!